Уважаемые родители, близится 1 сентября, и мы хотим вас пригласить на офтальмологический осмотр в наш центр. Что входит в наш осмотр? Мы проверяем остроту зрения, осматриваем глазное дно, проводим ретиноскопию, при необходимости подбираем рефракцию, необходимую коррекцию. Для этого у нас есть все средства. Очковая коррекция, мягкие контактные линзы, ночные линзы, так называемая ортокератология. Наши детки сейчас имеют повышенную нагрузку вблизи, поэтому родители должны особое внимание перед началом учебного года обратить на зрение ваших детей. В том числе, если у родителей или у взрослых членов семьи есть проблемы со зрением, также необходимо пройти осмотр у офтальмолога. Что мы можем посмотреть у ваших деток? Мы можем проверить остроту зрения, увидеть, есть ли нарушение рефракции, проверить глазное дно с расширением зрачка, посмотреть, сделать ретиноскопию. Хочу обратить внимание родителей на то, что дети не всегда могут сказать о том, что они плохо видят. Родители должны подумать о том, есть ли у них в семье, у кого-то из родственников нарушение зрения, и обратить внимание на то, щурятся ли ваши дети, могут ли они иногда косить, жалуются ли на что-то, и привести в клинику на осмотр. Кроме того, в нашей клинике мы занимаемся контролем близорукости у деток. Что это значит? В данный момент мы можем использовать все методы для контроля близорукости у детей. У нас есть мягкие контактные линзы для контроля близорукости, которые тормозят рост глаза и увеличение близорукости, в том числе дефокусные. Есть специальные очковые линзы, которые таким же эффектом обладают. Это современные линзы, которые появились буквально в этом году. Кроме того, мы занимаемся ортокератологией. Ортокератология – это ночные линзы, которые позволяют нашим деткам не пользоваться днем очками или контактными линзами, видеть хорошо целый день. Ортокератологические линзы мы изготавливаем индивидуального дизайна, подбираем индивидуально для каждого глазика, и которые подходят только вашему ребенку. Кроме того, у нас есть возможность провести биометрию, то есть измерить ПЗО, передний и задний отрезок глаза у детей. Кроме того, предлагаем родителям также принять участие и проверить свое зрение в нашей клинике. Клиника находится по адресу Бульвар Победы, 42, точка зрения.